Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Вести Алтай. Агробизнес». Новости агропромышленной сферы нашего региона находятся на площадке Краевого театра драмы, где уже традиционно, позже, чем вся страна, наш регион отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Давайте посмотрим, как это было. Лучшие механизаторы, доярки, животноводы, переработчики, фермеры, кооператоры, руководители сельхозпредприятий, кавалеры государственных и краевых наград, лауреаты премии за верность профессии имени Семена Пятницы, Варвары Бахолдина, Иды Калининой, Геннадия Бородина и Дмитрия Качесова, Николая Турченкова, Веры Пивиковой и новой имени Александра Гукова. А также на чем уехали домой победители краевого трудового соревнования. Но сначала подведем предварительные итоги года. Каким на этот раз был аграрный сезон? Обо всем этом подробно прямо сейчас. Итоги аграрного года очень даже неплохи. Например, в этом году в Алтайском крае намолотили 4 миллиона 850 тысяч тонн зерна. Это очень неплохой результат, и Минсельхоз федеральный вполне этим результатом доволен. Также самый большой в истории нашего региона урожай свеклы – 1 300 000 тонн. Такого никогда в истории Алтайского края не было. Более 1 000 000 тонн семечек это масличные – это вот стратегическая экспортная культура. Непростая сложилась в этом году обстановка. Вы знаете, что целый ряд наших районов степных, к сожалению, оказались практически на грани принятия решения о введении, наверное, режима чрезвычайной ситуации. Однако удалось преодолеть эти обстоятельства. Решающим стал вклад 10 территорий в общий результат 4 миллиона 850 тысяч тонн зерна. Самыми хлебными стали Топчихинский, Целинный, Алейский, Шипуновский и Кытмановский районы. В Зональном, Смоленском, Советском, Топчихинском и Петропавловском урожайность зерновых была выше 22 центнеров с гектара. Алтайский гречневый урожай в 420 тысяч тонн стал половиной всей российской гречихи. Минсельхоз России опубликовал рейтинг регионов, в которых целевые федеральные средства для аграриев подолгу не задерживали на промежуточных счетах. Алтайский край по итогам года вошел в первую пятерку страны. По данным мониторинга Минсельхоза России, наш регион в рейтинге находится выше Карелии, Бурятии, Сахалина, Оренбургской и Кировской области, но ниже Санкт-Петербурга, Чукотского и Ненецкого автономных округов и Красноярского края. 99,1% средств господдержки, предназначенных алтайским крестьянам, перечислили на счета отдельных хозяйств. Для сравнения, в Ингушетии за год удалось перечислить крестьянам чуть больше трети из того, что выделило государство местным аграриям. В целом, на господдержку российского ПК в этом сезоне было выделено свыше 121 миллиарда рублей. Из них аграрии получили около 107, или 90%. Минсельхозы страны этот результат сравнили с прошлым годом. Тогда на счета хозяйств попало лишь 88% господдержки. Остальное регионам потом пришлось вернуть в федеральный бюджет. Этот год был, на мой взгляд, несколько сложнее по сравнению с прошлым годом. Прежде всего, он был менее благоприятный по сельскохозяйственному производству. Если мы в прошлом году получили в нашей компании на нашем элеваторе 24,5 центнера с гектара урожайность, в этом году мы получили 18,5. Это говорит лучший руководитель года в отрасли переработки. Олегу Новикову вручили традиционный знак «Красную ленту», и директор хозяйства «Агросибирь» Владимир Шиц получил ленту лучшего руководителя сельхозпредприятия. Среднемесячная заработная плата по предприятию превысила 30 тысяч рублей. В организациях агрофирма «Нива» Зонального района и предприятие «Вирт» Целинного района достигли средней урожайности зерновых более 50 центнеров с гектара. Давайте их поприветствуем. Продуктивности свыше 8 тысяч килограммов на корову смогли получить сельхозпредприятие «Урожайное» Советского района и хозяйство агрофирма «Урожай» и «Октябрьское» Зонального района. Звено мастеров по выращиванию и откорму крупного рогатого скота фермерского хозяйства «Наука» Егорьевского района во главе с Николаем Николаевичем Заковряшиным, получившее более 1350 граммов среднесуточного прироста при обслуживании 300 голов молодняка. Неоднократный победитель краевых трудовых соревнований Максим Федорович Крузе
механизатор ООО «Октябрьская» зонального района, намолотил более 76 тысяч центнеров зерна. Из этого же хозяйства механизатора Сергей Кириллович Орлов с показателем намолота зерна 71,5 тысяча центнеров. Давайте поаплодируем также Ларисе Валерьевне Гончар, доярке ООО «Агрофирма Урожай» зонального района с результатом 10 364 килограмма на корову. Вот до чего может довести учение. Механизатор Максим Круза взял ученика Вадима Рябичева и собственным примером показал, как надо работать. В Краевой театр драмы приехали оба. У Крузы новый рекорд края. Мой намолот больше 76, а у Вадима 40. Около 45. Это же опять машина получается, да? Так бы четвертая была, три машины и один раз деньгами забирал. У порога выстроились три трактора для полевых бригад и 14 внедорожников «Лада 4х4». Они выделялись среди однотипных НИВ для администрации Поспелихинского, Красногорского, Михайловского, Советского, Шалобольхинского, Заринского и Немецкого района. Здесь уже есть кондиционер, стеклоподъемники. Также по желанию получателя установлена магнитола, сигнализация, зимняя резина дополнительно. За этот год я надоила 10 364 килограмма молока на каждую фуражную корову. Права у меня есть. Дело за малым. Кроме Ларисы Гончары, Максима Крузы, автовладельцами стали мастер по откорму Владимир Шмидт, техник по искусственному осеменению Людмила Руднева, механизаторы Геннадий Геринг, Михаил Козлов, Николай Романов, Сергей Томас, Евгений Галкин, Валерий Писарев и Яков Ульрих. В трудовой книжке механизатора Якова Ульриха всего одна запись о приеме на работу. 45 лет назад выпускник Ключевского профтехучилища устроился в спецхоз, который потом стал откормсовхозом, а сейчас это ООО «Мирабелицкая». Техника мне нравится, с землей работать нравится. Вот это и так привязаны к этой профессии. Отец его тоже был трактористом, умер, когда Якову исполнилось 3 года, так что 6 детей поднимала мама. Учила работать на совесть, не рваться в начальство и ценить дружбу. Ну, утром приехал я, поздоровался с ним. Дружок мой, как у тебя настроение? Вот мы с ним 13 лет проработали, он никогда меня не подводил. Это тот самый комбайн, благодаря которому механизатор однажды встретился с Владимиром Путиным. Ульрих Яков Фридрихович, тракторист-машинист предприятия «Мирабелицкая», Алтайский край. Президент в Кремле вручил механизатору Орден Дружбы. Это была далеко не первая награда. Медали за трудовую доблесть, за заслуги в труде, почетное звание «Заслуженный механизатор России». В крае Яков Ульрих стал одним из первых лауреатов премии «За верность профессии» имени механизатора Семена Пятницы и первой трактористки Алтая Варвары Бахолдиной. Такое впечатление складывалось, что в этом году урожая совсем не будет. Благодаря слаженной работе вот специалистов, рабочих, вот каждый на своем месте, я думаю, все сделали для того, чтобы в хозяйстве что-то было в закромах. Не только в закромах, но даже в гараже сейчас вместо техники – семечки. Подсолнечник в этом сезоне обмолотили всего за 8 дней. И сейчас, когда комбайны уже на приколе, механизатор не сидит без работы. На тракторе возит сено для молочной фермы. И если случился прокол, кавалер Ордена Дружбы спешит на помощь железному другу. Ключи от машины получила и доярка Людмила Дядечко. С механизатором Яковом Ульрихом она из одного района. Про свою работу Людмила Дядечко не скажет, что мечтала об этом с детства. Но так вышло, что после школы она пришла на ферму и уже 37 лет доит коров. Учили с детства. Ходила, бегала на маму. Вот и научилась на доярку. Мастер животноводства первого класса, неоднократный победитель районного трудового соревнования в 2010, 11, 12 и 15 по уровню надоев вошла в губернаторский клуб лучших животноводов Алтая. А в 2016 удостоена медали края за заслуги в труде. Прошлой весной ей вручили награду по указу президента. Почетный знак – заслуженный работник сельского хозяйства. Добросовестно надо относиться к своей и любить свою профессию. Если ты пришел сюда, ты должен отдать все силы, я думаю, так.
Стужа – община рубиновая. В ее группе сейчас 50 коров. Раньше было 37. Труда прибавилось, зато график сделали скользящим. Доярки на этой ферме работают 4 дня, потом 2 отдыхают. Есть и другие плюсы. Средняя зарплата доярок у нас где-то выходит 27-28 тысяч. В этом месяце вот доярка набирала группу первотелок. У нее заработная плата вышла 70 тысяч. Есть в крае отдельные районы-передовики, есть хозяйства, добившиеся отличных показателей, а есть СПК «Колхоз Фрунзенский». Его работники и ветераны в этом году в качестве премии заработали около 400 тысяч рублей. Телятница Ольга Попова, трудовая династия механизаторов Бауэров и лауреат премии «За верность профессии» ветеран Виктор Заковряшин. Крупнорогатое стадо колхоза «Фрунзенский» – 3000 голов, из них 1300 дойные кропотливо. Год за годом с ним работает селекционер, ассиминаторы и другие специалисты с рождения, выделяя животных с лучшими признаками симментальской породы. Клетки чистим и вручную, в окошко вот выкидываем навоз, солому закидываем, это все вручную. И 3 раза в день ходить, это все равно надо и время. Каждый день подбеливаем. Тяжело, но мы не жалуемся. Зато животным лучшие условия, лучшие корма. С таким отношением молодняк прибавляет в день больше килограмма. Молочная ферма ежедневно сдает на переработку не меньше 15 тонн молока. Причем вопрос качества во главе угла. При базовой цене 24 здесь научились продавать за 30 рублей литр. Причем покупатель приезжает с маслосырзавода из Третьяковского района. Внедряя вот эти технологии, конечно, во главу угла ставится все это дело, просто, значит, что экономические вопросы. И сегодня, значит, ну, мы говорим, что корова это почти как станок, который печатает деньги, значит, вот. Но у нас этого станка нету, поэтому мы надеемся на коровку. Эти слова председатель сказал 15 лет назад. Тогда во Фрунзенском стартовали со средней цифры 3000 килограмм молока на фуражную корову. На ферме не было технологических революций, никаких дорогих покупок племенного скота за границей. Здесь просто наводили порядок в работе. Тихим сапом, или я не знаю, как сказать, но наконец-то в этом году мы свои заветные 5000 надоили на фуражную корову. В прошлом году было 4800. Потенциал еще есть. То есть мы надеемся до 7 надоить. Последние 3 года надои в хозяйстве стабильно увеличиваются. Здесь производят 1% всего алтайского молока. Колхоз входит в 5 предприятий лидеров производства в крае и в топ-50 российского списка. Причина этого – внимание к мелочам, из которых и складывается итог всей работы. Бауэр по-немецки крестьянин, хозяин подворья. В колхозе Фрунзенский последние полвека работает целая династия механизаторов, которую основал тракторист Иван Иванович Бауэр. В 41-м году он родился, они с Волги сюда приехали, переселили их, короче. И вот он здесь родился и вырос, учился. Отца уже нет, но его поля ничуть не хуже. Пашут, засевают, убирают его 2 сына, Виктор, Александр и внук. Александр Александрович. Я с детства, я спал даже в тракторе, маленький был. Ну да, я с самого маленького, раннего детства был с отцом на работе. Кстати, у его отца похожие детские воспоминания. В 12 лет он напугал агронома отцовским комбайном «Сибиряк», который молотил без человека. Колонки были, а там не видать. Стоишь вот так вот, руль, одна голова торчит у пацана. Да, это Шурик, говорит он. Накануне президент Путин подписал указ о присвоении Александру Бауэру звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Почетный знак ему лично вручил губернатор края Виктор Томенко. Они заведут трактор, если где-то случилась беда, выйдут и исправят ситуацию. Эту награду трудовая династия считает оценкой труда всего коллектива. Зимой комбайны поставлены на прикол, их водители подменяют скотников на ферме. Еще трактористы чистят снег во время планового ремонта у кузнечного горна, вспоминают истоки своей профессии механизаторов. Ребята у нас молодцы, разбираются и в электронике, и разбираются, что такое кувалда. Родился в Глубоком, закончил школу в Глубоком, а в армию ушел из Глубокого. За штурвалом комбайна Виктор Петрович с 1975-го. После армии дали еще и трактор «Кировец». На этой технике он и ставил свои трудовые рекорды. В 86-м, да, дали орден славы, орден трудовой славы. А в 17-м или 18-м году тебе? Я последний год работал. 18-м. Медаль за заслуги перед Алтайским краем.
И губернатор еще вручил ему именные часы. Находясь на заслуженном отдыхе, Виктор Петрович активно участвует в общественной жизни родного Завьяловского района. Денежная составляющая премии за верность профессии – 125 тысяч рублей. Дело Семена Пятницы и Варвары Бахолдиной продолжают лауреаты Виктор Закавряшин, Георгий Конюшенков и Виктор Петров. Старший мастер маслосыродельного цеха Галина Кузнецова вспоминает выдающегося сыродела Геннадия Петровича Бородина. Я его видела, мы общались, то есть и сыр его этот эстонский видела. В те времена, сейчас скажу, 77-й год. Александру Байдину из Алтайской крупы вручили премию имени Николая Турченкова. Технологу мясокомбината Галине Мазурок премию имени Веры Пивиковой. Ведущий научный сотрудник НИИ садоводства Сибири Нина Стольникова достойна именной награды Иды Калининой. И впервые в истории края прозвучали имена лауреатов премии легендарного алтайского фермера Александра Гукова. Ими стали директор КФХ «Стиль» Владимир Ман и руководитель КХ «Ануйская» Владимир Никифоров. Александр Васильевич Гуков, я его лично знал, мы часто встречались, разговаривали, общались по телефону. Это гигант, который создал такое предприятие, отлаженное, четкое, дисциплинированное и многопрофильное, я бы так сказал. Ну, овцами занимается, не только землей, но и овцами. Поэтому для меня большая честь получить награду. На что еще, кроме денежных премий, потратили 24 миллиона рублей, выданных из бюджета Алтайского края? Это прежде всего три колесных трактора МТЗ, их получили профтехучилища и ученические бригады. Так отметили ударную работу по подготовке новых кадров для сельского хозяйства Международного колледжа сыроделия, Алейского технологического техникума и учебной бригады Новороссийской школы. Во дворе Новороссийской школы настоящий раритет. Рубцовский трактор Т-404. Опытный образец, успешно прошедший все испытания, но по причине закрытия завода, не вошедший в серию. На нем можно горы свернуть, вот это прямо точно так скажу. И, по-моему, с челленджером он соревновался и нисколько ему не уступал. Знаете, челленджер, это чей трактор? Американский. Учитель технологии Александр Майер преподает старшеклассникам машиноведение. Весной они уже будут управлять сельхозмашинами. Все эти тракторы – призы за победу школьной бригады в краевом трудовом соревновании. Если топливная система будет барахлить, то вы трактор не заведете. Ну, кто смелый? Настя, поддержи. Я живу в селе, и это мне пригодится. Ну, мало ли как я потом буду в будущем жить, вдруг мне пригодится и на тракторе ездить, и в земле копаться. В последнее время тенденция такая, что девочки заинтересовались тракторами. И ведь они просятся сами, чтобы позаниматься, значит, получить права. 146 школьников – это ровно 23% населения поселка Новороссийский. Производственные мощности школьной бригады превышают потенциал небольшого товарного хозяйства, а опыт работы превысил полвека. Производственная бригада создана ученическая еще в 68-м году. И как бы она, ее деятельность за все эти годы не прерывалась. Нам удалось оформить бессрочное пользование землю 250 гектаров. И до сих пор это в бессрочном пользовании у нас. Мы можем там работать, мы получаем доход. Тема – элементы структуры урожая яровой пшеницы. Агроном Михаил Свиридов ведет практический урок для членов научного общества «Росток». Разделение на гуманитарный, физико-технологический и агротехнологический профили происходит еще в средней школе. К старшим классам школьники уже в чем-то становятся специалистами. Чем выше, больше колос, чем больше в нем зерна, то, безусловно, этот сорт даст более высокий урожай. Измеряете, записываете. Трудовая нагрузка связана с учебной, вместе они работают на большую науку. На своих опытных площадках школьники испытывали новые сорта, изучили работу биопрепарата Тилура, сейчас ведут длительный тест по заказу нанокремния. И все это в рамках стандартной учебной программы. Таким был главный аграрный праздник в нашем регионе, который подвел итоги аграрного года. На этом у меня все. Желаю вашим семьям здоровья, домам богатства, полям урожая. До новых встреч в эфире!